Красногорцам напоминают правила безопасности при использовании газового оборудования. Строго запрещается использовать приборы при наличии запаха газа, самостоятельно ремонтировать или производить перестановку оборудования, использовать его дошкольникам и недееспособным гражданам. Также нельзя применять газовую плиту для отопления помещения. Собственники приборов обязаны содержать их в чистоте, проверять тягу до включения и во время работы оборудования, а также заключить со специализированной организацией договор на ежегодное техобслуживание.